Друзья, ну а прямо сейчас Манучаров Вячеслав, замечательный человек, между прочим, театрал и телеведущий. Я помню, он очень сильно обиделся на меня на первой премии телеканала, когда, проходя мимо, он так остановился на красной дорожке. Ну, я думаю, ну ладно, парень не парень. Он говорит, ты что, не узнал меня? Я говорю, нет, это я, Слава Манучаров. Теперь я про него знаю абсолютно все. Я начитался. Вячеслав, добрый вечер. Ну и чего мимо-то? Ну и чего мимо? Разве это дело? Тем более, что с новой красивой спутницей. Расскажи, пожалуйста. Это не новая спутница, это моя постоянная спутница Юлия Саркисова, моя большая подруга. Добрый вечер, Юлия. Скажите, пожалуйста, каково вообще встречаться с этим человеком? Это же непросто. Он же все время тянет одеяло и костюм на себя. Это невероятно просто. Я не могу вам это объяснить. У нас много одеял и много костюмов. Надеюсь, что сегодня вы поднимете эти одеяла у нас в зрительном зале. Друзья, Никита Джигурда рассказывает то, как он сегодня проснулся, как голышом хотел сюда прийти, но нет, одел красивую одежду. Никит, можно какое-нибудь стихотворение сегодня, вот так, чтобы воодушевить всех наших зрителей?